Возможно, именно интенсивное изучение японской культуры итальянским дизайнером Роберто Муссо вдохновляет его на создание столь элегантных коллекций. Модные критики высоко ценят качество мастерства работ модельера Роберто Муссо. Он добился этого благодаря своей оригинальности, вниманию к деталям и сильной личности, которая позволила ему отойти от ординарной к более альтернативной моде. В своих коллекциях Роберто обычно использует основные цвета древнего японского кимоно – желтый, синий, красный и белый, а его принты – натуральны и минималистичны, чаще всего цветы и листья растений. Для следующего летнего сезона Роберто Муссо решил обойтись без аксессуаров. Взамен предложил яркие цветовые решения и смелые необычные формы. Роберто представил легкие весенние пальто, напоминающие банные халаты. Брюки-дудочки, платья-рубашки, мужские костюмы с широкими брюками и пиджаком с поясом-веревкой, мини-платья и необычные цветочные принты. Весьма необычно выглядели платья ниже колена в сочетании с брюками. Туники и платья, будто облитые краской флуоресцентных цветов. В качестве аксессуара в некоторых образах выступает цвет. Например, белое платье с накладными карманами декорировано вставкой черного декольте, бирюзовым поясом и рукавами разной длины и цвета. Обувной must-have следующего лета от Роберто Муссо – серебристые кожаные сандалии на каблуке или сандалии на плоской подошве с цветными тканевыми полосками. Главный тренд этой коллекции – цвет – белый, бирюзовый, кремовый, алый и стальной. По мнению зрителей показа, это была одна из самых красивых коллекций недели моды в Милане. Зал аплодировал буквально каждому выходу.